Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект «Хай-Тек», в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня боимся слежки и гоняем робоголубей. «Большой брат следит за тобой» — эта фраза из Оруэлловской антиутопии требует дополнения. «Большой брат из ФБР следит за тобой». Издание New York Times выяснило, что эта американская организация уже собрала более 3 миллиардов изображений из соцсетей. Обрабатывается этот массив данных с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает издание, небольшой стартап Clearview AI получил первоначальное финансирование от члена правления компании Facebook Питера Тиля. Далее компания занялась формированием базы данных для отработки технологии распознавания лиц для полицейских и других силовых ведомств. Изображения собирались в Facebook, YouTube, Venmo и других соцсетях, причем вопреки законодательным запретам на это. Ряд американских юристов раскритиковали эту деятельность компании и американских силовиков. В компании Clearview утверждает, что использует только общедоступные изображения и информацию из открытых профилей и якобы закон не нарушается. Что это значит для обычных пользователей? Ну, как вариант, что однажды кого-либо смогут шантажировать из-за фотографий, сделанных знакомым много лет назад, во время учебы в университете, к примеру. Исследователи из Стэнфордского университета разработали робоголубя. Как и бывало ранее с множеством других моделей механизмов, конструкторы вдохновлялись земной фауной. В этот раз был использован принцип изменения площади крыла у птиц. Птицы могут быть гораздо более маневренными, нежели самолеты. Это благодаря возможности быстро менять форму крыла. Pigeonbot был разработан в лаборатории биоинспирированных исследований и разработок, сокращенно BIRD Стэнфордского университета. При создании робота использовались настоящие птичьи перья. Pigeonbot имеет биогибридные морфинговые крылья с настоящими перьями, эластично соединенными с парой роботизированных крыльев. Суставы крыльев можно активировать независимо друг от друга. У робота может меняться размах и площадь крыла. Чтобы понять, как работают перья, команда исследователей тестировала их в аэродинамической трубе. Выяснилось, что на поверхности пера есть микроструктура. Она похожа на своеобразную липучку, которая сопротивляется скольжению в одном направлении. Такая направленная липучка начинает работать, когда соседние перья раздвигаются, и тысячи лопастных ресничек удерживают друг друга так, чтобы образовывалась плоскость без промежутков. Такой эффект при работе крыльев характерен только для определенных птиц, включая белоголовых орланов, калифорнийских кондоров и обычных голубей. Команда ученых из Стэнфорда надеется, что Pigeonbot может стать прародителем нового типа летательных аппаратов и, возможно, изменить эволюционный путь развития дронов. «Виртуальность поможет осознать реальность» звучит парадоксально. Однако английские врачи считают, что цифровая среда и в самом деле позволит найти ключ к внутреннему миру больных аутизмом детей. Виртуальная реальность и интеллектуальный анализ данных используются для лечения серьезных форм аутизма. Сотрудники этого специализированного медицинского учреждения в Беркшире разработали новый метод лечения. У наших учеников проблемы с восприятием. Пойти в оживленное место для них — большое испытание. Им нравится то, что знакомо, нравится их мирок. Поэтому виртуальная реальность позволяет им попробовать посетить новые места, и, вероятно, это поможет им, когда придется по-настоящему пойти в незнакомое место. Моему сыну Декстеру очень трудно взаимодействовать с миром. Когда он в виртуальной реальности, это позволяет ему лучше сосредотачиваться, у него гораздо больше концентрации и меньше беспокойства. Это позволяет ему попробовать вещи, которые кажутся ему страшными. Проект интеллектуального анализа данных Prior Insight создан благотворительной организацией, чтобы помочь тем, у кого есть проблемы с вербальным общением. Мы работаем со сложными случаями. Это судороги, неспособность принять пищу, использовать средства личной гигиены. Мы надеемся расширить наши знания о мире детей с аутизмом в школе Прайора. Мы также надеемся, что сможем поделиться этой информацией с другими специалистами, которые пытаются лечить аутизм.